Если да, кнопку снизу. Можно за стол не удержаться, чтобы тело не хотелось. И выставим. Раз. Раз, вот на видео не попало. Да? Ну попробуй, пока она легкая. Ты можешь. Да, ноги. Раз. Да. Сейчас. А как ноги-то? Сейчас. Держи вот так, да, целиком. Как тебе удобно, как только держи. Ну что, получается, он это растяжка получается? Раз, два, есть мы. Так что получается? Угу. Ну, мне кажется, как-то растяжка получилась. Да? Ну, смотри, чем выше ты поднимаешь ее тело, ноги, тем у тебя ниже позвонки будут воздействовать. Mm-hmm. Чем ниже угол ты делаешь, меньше вот такой, тем более на верхние позвонки. Ну, вот эти. Грудной переход уже получается. Поясничный грудной переход. А, ну, грудной клеток просто здесь. Да, то есть сюда, сейчас, ножки сюда. И здесь мы вот так вот. Так, да, получается? Не, ну когда ты вниз давишь, то нет. Это всю грудную клетку ты давишь по цепловую сторону. Его вообще даже не то, что давить, а закрепить надо. Прикрепить к столу. Да, в основном за счет маха ногами у тебя получается импульс. Красавица, а ты куда собралась? Так, теперь на бочок, да? Да, на бочок. Поворачивайся к нему лицом. Или давай напомню другому, давай снималась. Тебе уже сделали это все. Ну какой? Правый, левый бок скажи. Ну, к нему лицом. Телевизор задом, к ним передом. Да? Туда. Да, туда? Не, все, почему? Все равно какая разница? Сюда вот теперь на бок, эта нога на тебя идет. На бок, а ну поворачивайтесь. А на бок? Алиса, на бок, на бок, к нему лицом. Угу. Да, вот так вот. Потом я вот так. Ты что с Алмаридом не играешь? А? Почему с Алмаридом не играешь? Не знаю, нет там игр? Какая мобильная? Что, это не чей эти мобильные, я не знаю. Вообще туда? Да. Вот так вот. Не, подожди, не торопись. Ногу надо сделать побольше угол, чтобы был прямой. Угу. Да, да, чуть сюда. Вот так продушь ногу. Угу. Ну тут не важно, на колени либо нет. Угу. Я предпочитаю еще даже не свесить. Ну, давай вот так вот. Некоторые прям своей ногой придерживают. И вот сюда залазят и давят в бедро. Это как бы легкий получается вариант. И тут смотри, чтобы не было тут больно здесь. Mm-hmm. Это место, ну, это как бы первый способ. Да, давишь туда бедро. Да. Ага. Хватит, наверное, остановил, все, в принципе, правильно получается. Mm-hmm. Второй способ. Свешиваешь ногу. Вот, своим локтем давишь в косточку вот в эту, вверх и на раскручиваем вот сюда вниз, по диагонали. Вот так будет давить. А тут желательно всю грудную клетку повернуть. Вот так. Ну если неудобно с этой стороны стоять, да, то останется все-таки вот отсюда тогда. Потому что, видишь, она висит не параллельно с того, а она повернулась вот чуть туда по диагонали. Угу. Да, вот отсюда. Да, вверх, вверх, вверх. Больше вот так. Стой, 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 стой. Она немножко сползла. Немножко нога висит. Повернем человека вот так. А руку, да? А руку назад просто.
А здесь шунга можно так. Руку можно свеситься даже. Да, можно свеситься. Да, полегче. Да, вот. Видишь, я грудную клетку всю целиком. Рука устал, может там. Следующий прием, вот она легла по себе по центру. Вот это сейчас. Вот так получается, да? По растяжению. А, растяжение, да. То что там, то есть. Вот здесь вот. Берем, ты смотри, ты двумя руками как бы растягиваешь вот так. И получается подбираешь его. Нет. Растяжение это вот, позвонки ты вверх. Угу. Себе поднимаешь обоими руками. А, обоими? Да. А. Дави не на ребра, а помягче вот так. Вот его растянул, верхнюю часть, верхнюю, видишь, растянулась. А тут позвонки на себя. Угу. Вот так вот, да. А здесь не надо еще, да? Повыше. То есть не надо так, да? То есть здесь именно на ребра. Ну там больно, ты на ребра не давишь. Лучше, лучше просто растянуть. Вот так вот. То есть саму позвонок беру и на себе. Да. Да-да-да, на себя. Алия. Хотела в окно посмотреть. Там можно залезть и жалюзи поднять. Да. Да, вот под этим пролезай. Так. Там видом кат, он как китайская стена уходит вдаль, вдаль, вдаль. По кругу вокруг Москвы. Так, это сделали. Теперь вот смотри, вот ты расправляешь твердый себе живот. Замки держим и расслабляем, ощупываем все вот эти позвонки сверху, снизу, где они ходят, где потеряли свою подвижность. Проверяешь. Тебе так тяжело, значит, чуть поближе к нему подвиньтесь вот сюда. Вот так, да. Ну смотри, если ты силой руки поднимешь ногу, ты нормально, так лучше в себя упереться, живот. Потом я вот так, да? Ну да, это насколько получится, так вряд ли, конечно, получится, но попробуй. Угу. Теперь смотри, сколиоз в обратную сторону, на нас. Тогда нам надо растянуть противоположную сторону, правильно? Да. Тогда для этого подбираем эту ногу сюда, подожди, где она коленки вместе, прямой угол, и поднимаешь весь таз. Так, схватил, весь таз поднимаешь, развернули. Видишь, а с этой стороны будешь давить вниз, вот так вот. Вот. Понял, как продавливаешь? Да. Классно. Мне больше нравится. Больше всех понравилось. Да, и вверху там вниз прям туда позвонки. Да, да, вот так вот. Тут прям поднимай на себя все ноги. Прям вот пониже схватись, да, или в живот там упрись, чтобы легче было поднять. Сейчас. Целиком ты должен весь таз поднять вверх. Во-во-во-во. Во, видишь, хоть мощно. Ага. Вот. Сделай ей, наверное, она страховку получит. Живи давай. Ларис, вы застрахованы? Тогда исполни. Квартира, да. Квартира, да? Так, теперь... Ничего там с поясницей? Сейчас бы страховку получили бы. Один прием. Все же будем выплачивать. Переворачиваемся к нам спиной. Даже на бок. Ты же страховой хочешь работать, да? А? Ты же страховой хочешь работать? По страховке, да. Нет, а делать людей, чтобы им выдавали страховку, так не хочешь зарабатывать? Ну, делать людей инвалидами, чтобы они зарабатывали на страховке. Я не хочу инвалидами делать. Зря. Люди так делают, а потом...
Завалишь? Не, потом люди уходят, вылечивают себе, нормально. Да, ну, страховка есть, все, есть. Вот так, твои коллеги близко к тазу, вот тут у тебя будет упор сюда, а тут упор вот сюда. И вот растягиваешь, 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 вот так. Раз. Все, улика есть. Беру. Улика? Мне не знаю, беру. Шутка. Да. Пожалуй, все, улитка есть. Еще раз. Сейчас будем середину таза, а вот верхнюю часть. Верхнюю часть сюда. А, вот сюда. Так? Да. Поскольку у нас воздействие идет в основном на таз, то тут ты можешь положить всю руку вот так вот, чтобы грудная клетка не пострадала. Только таз поворачиваем. И опять прямой угол забыл. Прямой угол. Так. Это так. Да. Только здесь получается, не здесь, да? Да, здесь. Да, вот здесь, да. Еще здесь тоже. То есть именно вот он. Это было? Вот он. У нас лордос. И так, три, да? Да. Раз, два, три. Молодец. Так. Теперь тебе надо положить человека спиной к себе. Это может лежать. Да? Так, эту ногу под прямым углом сгибаем. Ты стоишь сзади, вот тут, соответственно, стоишь. Как бы усиленная формула, да? Эту ногу выпрямляем и зацепляемся за стол. Бери ее назад, выпрямляй. Назад вытягивай, за стол зацепись. Да, ногу просто прямую. Так, отойди. Так, вот там зацепилась. Вот, да, чтобы она сама зацепилась. Вот, держится. Да, да, она держится, да. Эту руку говоришь клиенту вперед, чтобы он придерживал свою ногу. Чтобы она не уползла. Чтобы 90 градусов остался вот угол. Вот. Эту руку назад и голову тоже смотрим в обратную сторону. Лайк. Вот сюда. Давай. Вот. Ты схватаешь, соответственно, здесь так, а тут присаживаешься низко. Вот. Мне тоже. Втянул и своим бедром делал толчок и ее бедро. Мне кажется, их никто так не делает. А это вообще, это разработано, я думаю, у нас Губином. Так. Да, заменить профессор. Вот так? Да, это уникально. Вот так, да? Но я же сказал, упираешь локтем в себе в бедро. Ближе, ближе вставай, ближе. Вот. И не в нижнюю часть, а вот в вот косточку, вот в эту косточку. Вот это. Да, вот в эту косточку, да, вот сюда. Ага. Своим бедром, ты двигаешься бедром своим в нее, да, вот туда. Ага. Ну, раскачай, доведи до предела, да, и потом бац. Во, хорошо. Молодец. Или в другую сторону тоже так делать? Иди в другую сторону, подожди. Сделаешь, или вот Артуру сделаешь. Это мы делаем воздействие вот на эти позвонки нижние. Теперь верхние. С трудным переходом. Да, вот этот. Для этого эту ногу руку отпускаем. Ногу чуть-чуть отпускаем, чуть-чуть. И даем уже не сюда, а вот в таз. Ну, в бедро, да? А здесь, нам уже не важно, такая большая скрутка, да? Мы скручиваем вот всю грудную клетку, теперь спереди. Не с этой стороны, вот между грудей, да? А с этой стороны теперь. Вот так. Ага. Вот чуть-чуть поменялись, и даже можно даже вот так можно вот. Вечер больно? Да. Нет, не поняла, что сзади. Это сзади. Вот. И тут своим бедром, ой, своим локтем и ее бедром. Нащупали наконец, где болит. Я. Ларис, нащупали, где болит. Вот. Да. А вот здесь? Вот тут. Нащупали наконец-то. Сейчас мы там тоже подправим. Так, сейчас. Раз. Так. Локтем. Вот. На растяжение тяни. Туда. По диагонали, да. А ты сюда. И рукой туда. Не забывай руку другую. Это туда и руку туда. Одновременно. Туда. Вот так. То есть здесь раз, два, три получается, да? Ничего-то не до три, там просто в одно место, да, если все. Нет, ты должен почувствовать, что немножко расслабился, чуть-чуть,
Потому что в это состояние оно напряженное сразу. Вот так вот. Злого, да? Да, напряженное. Артур, пнуть хочу. Пугнуть? Пнуть! Пинтирует, блин. Ну, тут есть болевые точки, наверное, на них нажал. Ага. Больно, да? Угу. Так, ну, все, да? Или что-то еще больше? Тазом все уже, да, сегодня? Да, если хочется, можешь отработать с той стороны. Потому что мы ее все время в одну сторону, да? Тут сейчас нормально? Ну, нажимайте, больно. Больно. Угу. Может, вот эту лодочку сделать? Да. Ну давай сделаем лодочку, ложись на, ей легче, на этот на живот тогда. Туда, главы? Да все равно туда. Ладно, ну, не надо. Майку куда можно снимать? Я вот это расправить. Вот это тоже. Можно? Как ты, не понял. А, подождите, сейчас. Мы берем вот так вот. Только я не понял, как мы здесь возьмем? Вот так что ли мы все делаем? Да? Ну почти, то посмотри. Руки, подожди, отпусти. Ее руки надо положить за голову. Вот так вот просовываешь. Угу. И отсюда и беру, да, вот так вот? Да. Вот замок, руку замок. То есть она держит? Да, да. Вот так, да? Да. И все вот в ту сторону. Угу. Правильно, да? И потом берем руки вперед. Прямые. Да, да, да. Выше локтей. Да. Тихо. Вот так. Да, да, и позвоночник прямо. А если сколиоз, может добавить поворот немножко на себя и туда давить. То есть сейчас легче стоит. Главное, не навреди. Да. А если вот сюда, это получается? На себя даешь, да, вот так. Ага. Ну, здесь пойдем. Все. Крылья растут. Вот сейчас легче. Крылья растут. Угу. Правильно, да? Полегче стало. Да, правильно, да, раз. Да, да. Это не мы так? Последний раз проходили, да? Да, 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 когда Марат был. Так, Лариса, полегче стало? Да. Просто я понял, что здесь блок она заблокировалась, когда здесь напряжение снималось, и здесь оно здесь напряжение. И потом сейчас надо было снять. Так. Поэтому с позвоночком сложно, поэтому я как раз и хочу это все понять. Сложно, надо не пугаться, но понимаешь, что с одной стороны сделал, там что-то замкнуло с другой стороны. Пошел там с ту сторону проработать, все получилось. Все вернулось на место. Так, с другой стороны будешь Ларисе делать? Да. Да. То есть когда она спиной лежит в ту сторону, получается. Да. Спина к телевизору, да. Аккуратно. Пинком ко мне. Так. А хочешь себе Алия поможет? Алия? Как? Ты будешь давить в таз, она будет давить в плечо. Ну, вытянись сюда. Как это? Ты будешь шучить. Давай. Ты давишь таз, а ты берешь за руку, за плечо, и вот так вот. Раз. Одновременно. Силы хватит? Да, раз, два. Во. Давай, еще. Подряд. Раз, два. Во. Да ничего, мне иголок-то не больно. Еще раз. Раз, два. Нет, сейчас не получилось. Я еще замок буду делать отсюда. Давай. А я сюда. Давай. Раз. Давай, два, три. Да. Я думаю, все-таки брат. Это весело. Можно я все-таки брату все-таки пояснить? Ему сделаешь? Да, у него блок стоит, поэтому спасибо. Ну да, быстренько брату сделай, да.